Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин и видеообзор. Казан алюминиевый, 3 литра объемом, от российского производителя Кукмара. Итак, почему сделали это видеообзор? Потому что многие спрашивают именно по размерам, диаметры, глубина и все остальное. Казан у нас выполнен из литого алюминия, то есть достаточно легкий и толстостенный. Вот. Дно у нас, как видите, совершенно ровное, то есть его можно использовать на электрических плитках. Итак, немножко по размерам. Могу сказать, что внешний диаметр данного казана у нас получается 24,5 сантиметра. Внутренний размер у нас получается 22,5 сантиметра. Диаметр крышки у нас 23,5 сантиметра. Какие еще? И по высоте. По высоте можно сказать, что данный казан высотой 12 сантиметров. Внутри высота у нас получается 11,5 сантиметров. То есть толщина дна у нас где-то 4-5 миллиметров. Так, казан выполнен из алюминия. Могу сказать, что сам пользуюсь казаном именно этого производителя, потому что аналогов по качеству пока что немногие могут предложить, а покупать китайский силуминовый какой-то непонятный ноунейм совершенно не хочется. Причем были случаи, когда их ставят на треногу на костер, они просто расплавлялись. По поводу этих казанов я совершенно спокоен, потому что сам проверил неоднократно, уже варили множество разных блюд, и уху, и плов, и все остальное, и поэтому вам того же рекомендую. Объем данного казана 3 литра. Вот также есть они именно такой формы, именно такой же формы 6 и 8 литров. Вот. Поэтому понравился казан, можете заказывать 6, 8 и даже 10 литров. Поэтому, если понравился данный казан, можете оставлять заявку у нас на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки. Да, кстати, размер можем замерить и у 10-литрового казана. Вот пока он с нами рядом. Диаметр 32 сантиметра. Внешний, внутренний у нас получается 29,5. И высота общая казана у нас 19,5 сантиметров, и внутренняя высота 18,5 сантиметров. То есть, представляете, толщина дна практически 10 миллиметров, целый сантиметр. То есть тепло будет распределяться равномерно и будет минимализирована возможность того, что ваше блюдо сригает. Немножко по инструкции эксплуатации данных казанов могу зачитать. В принципе, это памятка. Памятка идет в каждом казане. Ну, если у кого-то вдруг не оказалось, то могу сказать, что перед первым использованием вымыть посуду мягкой губкой в теплой воде с жидким моющим средством. Ополосните и высушите. Не используйте посуду с пластиковой фурнитурой для приготовления пищи в духовке. При эксплуатации посуды возможно потемнение поверхности. Вот, что является результатом окисления алюминия. Чтобы удалить темный налет с алюминиевой посуды, налейте в нее воду, добавьте 100 грамм столового уксуса на 1 литр воды и прикипятите. Не храните в алюминиевой посуде соленые и кислые продукты. В алюминиевой посуде желательно готовить пищу, содержащую малое количество кислоты и соли, например, супы, каши, макароны, картофель. Применяйте замачивание для удаления остатков пищи. Диаметр дна посуды должен совпадать с диаметром нагревательного элемента плиты. Разогревайте посуду именно в том температурном режиме, который необходим для приготовления пищи. Не повышайте температуру для достижения быстрого нагрева. Посуду из алюминия запрещается перегревать без содержимого в избежание деформации и прогорания посуды. В избежание термошока не ставьте горячую посуду под холодную воду. При соблюдении всех этих инструкций можно сказать, что срок службы данных изделий от этого производителя не ограничен. Я лично пользуюсь данным котелком уже года 4, наверное, точно. Ездим и на рыбалку, не именно этой модели, а аналогичной моделью 6-литровой. Вот, пользуюсь уже 4 года, и пока никаких замечаний по этой посуде не было. Поэтому всем спасибо за просмотр видео, ставьте лайки, рекомендую.